Музейно-выставочный комплекс «Дмитровский Кремль» стал местом проведения торжественной церемонии чествования лучших учителей нашего округа. «Учитель – это не профессия, это призвание», – отметил в своем выступлении глава Дмитровского округа Илья Поначевный. Он поблагодарил каждого присутствующего в зале педагога и всех тех, кто в это время был на своем рабочем месте, за колоссальный труд и за те знания, которые учителя передают своим ученикам. Вы большие молодцы. Вы лучшие. Дмитров в тройке лучших по достижениям. Губернатор это отметил. Я вас поздравляю с прекрасным вашим праздником. Я хочу пожелать, чтобы эти глаза у вас горели всегда. Я хочу сказать спасибо за то, что вы приняли меня в свою команду. Я горжусь этим. Далее Илья Поначевный провел церемонию награждения почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации. 10 учителей стали ее обладателями. Среди них Светлана Доценко, учитель математики Дмитровской школы номер 8, Ольга Щитцова, учитель информатики лицея номер 4 города Дмитрова и другие. Трое учителей были отмечены нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Среди них Светлана Кентюхина, учитель биологии Яхромской школы номер 2. Также Илья Поначевный вручил благодарственные письма главы округа. С профессиональным праздником учителей поздравили депутаты Московской областной думы Александр Орлов и Марина Шевченко, благочины Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Черногуз, и, конечно же, самые добрые слова поздравления своим коллегам адресовала Алла Курбатова, начальник управления образования Дмитровского округа. На ваших плечах все то, что будет с нашим народом в будущем. На ваших плечах все то, что вы заложите в наших детей. Поэтому сегодня поистине важный день, когда все мировое сообщество в этот день говорит учителям спасибо. Каждый из выступающих наградил учителей своими почетными грамотами и наградами, как признание их бесценного ежедневного труда. С директорами школы, заведующими детскими садами Дмитровского городского округа, Илья Поначевный встретился чуть позже в стенах Дмитровского драматического театра. Выбор именно этого места был не случайен. В этом году глава округа совместно с труппой театра «Большое гнездо» решили пригласить наших учителей в их профессиональный праздник в театр на прекрасный спектакль «Ханума». Учителя такой подарок оценили. Такой подарок, можно сказать, во-первых, он и неожиданный, во-вторых, он действительно настоящий подарок такой, вот, да, шикарный, роскошный, который создает настроение и вкус к жизни. Это то, чего нам не хватает вот в нашем таком современном ритме, таком вот цейтноте, постоянных заботах. Сегодня я в роли руководителя, и получается, это мой уже 23-й день учителя. До этого я работала практически 10 лет учителем в сельской школе. И каждый раз День учителя – это праздник, особенный праздник, и это событие. Но в первую очередь, потому что мы получаем признание. Признание как профессионалы, как мастера своего дела. Мы слышим много благодарностей от наших учеников, от родителей учащихся, от коллег мы поздравляем друг друга. И, конечно же, от нашего руководства. И получается, что вот важность этого профессионального праздника, она неоспорима. И очень здорово, когда действительно признают роль учителя, да, и ученики, и общество, и государство. С Международным днем учителя поздравили всех педагогов образовательных учреждений Дмитровского округа. Праздники прошли в Дмитровском институте непрерывного образования, в Дмитровском техникуме, в медицинском колледже и Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте.